Предлагаю рецепт вкусного творожного крема, который можно подать в виде десерта, дополнив ягодами, орехами или сухофруктами. Такой десерт очень любят дети. Однако предпочтения относительно наполнителей у всех разные. Предложу разные варианты крема, а вы выбирайте по своему вкусу. Крем номер один. Творог со сметаной и ягодами. Крем номер два. Творог со сметаной, медом, орехами и сухофруктами. Подготовим ингредиенты. Добавьте клубнику, перетертую с сахаром. Если нет перетертой, добавьте горсть ягод и столовую ложку сахара. Взбейте блендером и выложите крем в пиалу. Добавьте ягоды и листочки мяты по вкусу. Приготовим крем номер два. В пиалу выложите творог и сметану.